Так, не пристань, бежим, бежим, ребят. Обычно делаем. Все равно этим же бочком. Делья. Ужас. Спасибо. Ох, кто-то спать сегодня крепко будет. Я сама не ожидала, ну что ж, смотришь, когда смотришь, ну вот, что прыгает, что делает, думаешь, такого не делает. На парочку раз обернулись, на потом раз в одну сторону, в другую, в одну,
лишь бы росло стадо. Все близко к друг дружке. О, Господи. Почему он вот этот тут? Он тут уже равновесие, да? Класс. Молодец. Ой, эти жлотки. Лешка не сообразил, что. Так он не первый раз, так все равно сориентироваться. Кто как? Опять ничего жестко не купишь. Так, а что? Сейчас придут домой, устанут. Ой, что-то, что-то как-то. А вы давно ходите? Где наши Алла? Пока. По дивану тут посыпается. Ты что там или? Наверное, встали уже. Ой. По башке кому? Ой. Фига, что? Только так. Никуда не там закрывается. Угу. Лили дышит. Илья? А мальчик не так делает. Ему даже горло больно. Он на ноги, на руки стоит. Вот что мы с ним. Ну, скажи, все нормально. У него ноги-то длинные, Ром, он же тебя старше. Ему 9 лет. Я не хочу. Ну, с 5 декабря пошло. Но очень нравится. В плане, что он учился на крыльях. Конечно, в любом случае плюс один только. Ну почему? Организованность самая. Ага. Лучше это, потому что они организованы становятся. Посмотри, какие ребятишки делают. Они же поначалу сами наблюдают. Нет, нет такого, что говорим, что не хочу, не пойду. Они всегда ходят с удовольствием. Нет, я целиком выхожу. Ну это, мне кажется, все так.
Ничего не надо быстро. Пожалуйста. Хитрые. Идем и все. Ничего да. Не знаю. Они же думают. Нашим, это сейчас понравится в первый раз, потом начнется, а потом, наверное. Да, мы с Ревом так и будем. Урок на завтра. Там как раз команда. Хорошо. Ну, в сентябре неделя. Потому что наши четверо не ходят в этом. Никто наш не напался, своим возрастом будут. Да, потому что мы ходим, нам только один, два рома, а остальные с нами. Два, четыре, на шесть. Ага. Тем больше внимания. Чем он тебя ущипнул? А вот по руками. Правильно, руками? Нет. Нормально? Так, ребята, вы тоже хорошо? Нет. Поверьте.